Первые из всех в этом году уже отметили в минувшие выходные в Хабаровске. Жители и гости города стали участниками насыщенной программы, организованной при поддержке Министерства культуры Якутии. Для организации проведения национального праздника были привлечены 60 артистов из республики, рассказывает Стас Михайлов. Десятки хабаровчан и гостей города собрались в этот день на открытой площадке парка, чтобы познакомиться с уникальной культурой якутского народа. В этом году праздник был посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Испокон веков от всех якутских проводился для единения народов, населяющих ту или иную территорию, и познание культуры того или другого народа. Традиционно праздник лета и плодородия начался с одного из главных национальных обрядов – алгыс. Зрители с интересом наблюдали, как алгысчит взывал к светлым богам Аи с просьбой ниспослать людям мира, добра и благополучия. После благословения гости смогли отведать кумыс и принять участие в национальном круговом танце асохой. Именно асохой символизирует объединение людей, независимо от их языка и вероисповедания. Вот это чувство, взявшись за руки, это уже вместе. А если вместе, то и, как в песнях поется, и труды, и печаль, все у нас пополам. И заботы, и беды, и победы. На протяжении нескольких часов для гостей выступали солисты Государственного театра оперы и балета Республики Саха-Якутия, образцовые творческие коллективы Сунтарского района, лауреаты и дипломанты вокальных конкурсов. Артисты в национальных костюмах славили приход лета и плодородие земли. Многим национальным объединениям и иностранным делегациям полюбился ИСЭХ. И они уже не первый год приходят окунуться в колоритную атмосферу праздника. Интересно будет. И здесь интересно только такой-то танцы, да, и обычай, там мероприятие только у якутов, да, такой-то. Особенный такой. Мне очень интересно. Да. Что уж говорить о якутянах, ныне проживающих за пределами республики. Для них это все равно, что побывать на родной земле. Я с удовольствием посещаю ИСЭХ. Это потому, что это для меня стало родным. Я многие годы проработал в Якутии, в Заполярье. Побывав здесь, с ностальгией вспоминаешь тот ИСЭХ, тот ИСЭХ Туймады, республиканский ИСЭХ, который проходит в районах Якутии. Наш родной праздник для якутян. Также в рамках празднования прошел фестиваль патриотической песни «Наша победа», в котором помимо артистов из Якутии приняли участие национальные объединения Хабаровского края и спортивные состязания «Улун-Уалан», в которых активное участие приняла молодежь. Стас Михайлов, НВК Саха, Хабаровск.